как помочь себе во время стресса. Есть отдельные техники, которые очень хорошо позволяют научиться расслабляться, и по контрасту человек начинает получать опыт ощущения тела в расслаблении, которого до этого уже у него не было очень давно. Почему обиду надо выкидывать в корзину? Раз, два, три, а я вспоминаю, что я хочу отбросить. Четыре, пять, выдох и разрешаю руке пройти. Да? Что надо делать, чтобы не замирало дыхание? Вдохни, выдохни, да, и вот несколько раз буквально на уровне дирижирования. И это тоже помогает. Смотрите новый выпуск программы «Разговор по душам» во вторник, 14 мая в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Гость в студии – клинический психолог Елена Зоткина.